цели данного визита – это и возобновление, и продолжение связи между правительством Приднестровской Молдавской Республики, соответствующими должностными лицами Российской Федерации. Наша делегация была весьма внушительная, более 15 человек, то есть специалисты разных профилей, и каждый специалист общался и вырабатывал планы, дорожные карты именно со своим коллегой с Российской Федерации. Встречи все состоялись. Было более 20 встреч, и, по сути дела, каждый вопрос, который влияет на жизнь наших граждан в Приднестровской Молдавской Республике, был вынесен на повестку дня, и по нему принимались определенные решения. Я могу выделить блоки. Это, конечно, социальная политика Приднестровья, российские пенсии, это здравоохранение, это экономические связи, связи между регионами. Данная встреча была завершена большим круглым столом при участии вице-премьера Российской Федерации, спецпредставителя президента России в Приднестровье Дмитрия Олеговича Рогозина. Принимали участие многие заместители министров правительства Российской Федерации, должностные лица, ну и с нашей стороны вся Приднестровская делегация, где еще раз мы подтвердили приверженность принципа сотрудничества и, конечно, реализация тех проблем, которые в настоящее время стоят в повестке дня Приднестровья. Обсуждался очень конкретно в Госдуме Российской Федерации вопрос упрощенного получения гражданства России нашими гражданами. Это и речь идет и о тех молодых людях, кто родился после 1 января 1992 года, и кто имеет иное гражданство. И в настоящее время в Госдуме России создана рабочая группа, рабочая комиссия именно по рассмотрению данного вопроса. Ее возглавляет депутат Госдумы Туров Артем Викторович, именно избранный в том числе и по Приднестровью. И Туров Артем Викторович, он знает наши проблемы, к нему обращаются граждане, личный прием, приднестровские граждане, в том числе и мы, конечно, этот вопрос держим на контроле, как и обещали в принципе. Поэтому данная комиссия будет работать, в марте месяце будут парламентские слушания по данному вопросу, где я буду принимать участие в Госдуме России, и надеюсь на выработку законодательных инициатив, которые, я надеюсь, в апреле, в мае будет приняты Госдумы, и максимально благодаря этому мы получим механизм, упрощающий получение российского гражданства соотечественниками, кто проживает за пределами России. Ну, конечно, в первую очередь касается граждан Приднестровья. Кроме того, мы также касались вопросов продолжения развития такой важной темы, как новороссийская интеграция и включение туда ряд программ, которые вырабатываются в Приднестровье в настоящее время. Речь, в первую очередь, идет о капитальном строительстве жилого сектора для граждан Приднестровья. Мы будем усиливать наши контакты, и следующий большой визит, я надеюсь, состоится в Госдуму Российской Федерации, и данный визит будет осуществлять Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики для продолжения контактов межпарламентского сотрудничества и межпартийного сотрудничества. Поэтому это тоже очень позитивно повлияет на возможность планирования и выработки дорожных карт взаимоотношений между Приднестровьем и Российской Федерацией.